Деревня впереди. Посмотри, что удастся обнаружить. Понял. Да, кстати, Мейсон, постарайся действовать как можно тише. Будет проще, если ты не станешь привлекать к себе внимание. Я постараюсь, конечно, но никаких гарантий я не даю. Vous n'avez plus de passe. Старина, ты в порядке? Идти сможешь? Да, да, я могу идти. Я должен пробраться в тюрьму. Ты знаешь, как мне это сделать? Есть проход через джунгли, скрытый густой растительностью, но там небезопасно. Я об этом позабочусь. Сможешь меня туда проводить? Конечно, иди за мной. Только потом не говори, что я не предупреждал, когда начнутся проблемы. Я останусь у тебя.
это место. Здесь вход в заброшенную пещеру. Она ведет прямо к шахте. Дальше ты пойдешь один. Спасибо.